Так, всем привет. Ну, наконец-таки потеплело, и я выехал на испытание. Может быть, будет небольшой ветерок, микрофон не хочу надевать, надо его заряжать еще. Поставил я перемычку шестерки между двумя полурамами. Ну, работает, все чистит. Вот у меня между вот этим зданием, мастерской, да, и домом, и парниками, у меня постоянно проблема. Как только начинаются оттепели, вся вот эта крыша, да, с 200 квадратов, ну, здание, сваливается вот сюда. И вот здесь мотоблоком я 2 года умирал, просто не пройти. Ну, а теперь вот, я очень рад и доволен. Чистит вот что я нагреб. Это 4 раза проехал, ну или 5. Вот такие кучи. Мне выше колена намного. Снег мокрый. Не буксует трактор. За ветер извиняюсь. Не буксует трактор. Все в порядке. Вот тут почистил. Еще почистил на улице. Сейчас покажу, что на улице. Ну, все работает. Ничего не отвалилось пока что. Немножко приспособился к этому делу всему. Ну, классно. Включаешь третью передачу. И... О, снег падает. И только вперед-назад, ну, в реверс, вперед и назад переключаешь вот этим рычагом, и все. Блокировку ни разу не включал, повторюсь. Ну, шипы по шипам. Там по дороге, так там подмерзше было, но немножко помогает шипы. Ну, вот такие вот кучки. Вот это вот, ну, мотоблоком я 2 года, вот этот снег. Я тут умирал. Ну, спина вся в мыле. Кто чистит мотоблоком, тот в курсе. Как это весело и классно с отвалом чистить. Все это дело. А теперь, ну, скажите мне, если бы этот отвал висел просто на мотоблоке и рога были перекручены назад, я бы смог такую кучу оттолкнуть? Ну, протолкать, вот сколько я толкал только что. Ну, я вам отвечу, что я нет. То есть мои 100-120 килограмм живого веса плюс этот мотоблок, я в прошлом году этого сделать не мог. Я брал по чуть-чуть, то есть я резал... снег брал одной стороной, и он тут накапливался немножко. То есть мокрый снег, вот столько, сколько сейчас он протолкнул, я бы в жизни этого не сделал. В жизни. Ну, меня не хватало сил. Я не знаю, может, есть какие-то богатыри там, которые могут протолкнуть столько. И мотоблок, он буксовал. То есть с лопатой, с этой, вот, с рогами перекрученными в ту сторону. Он буксовал просто, и все. А этот сейчас не буксует. Факт налицо. Все, вы видели все. Я очень доволен. Прям вот можно его просто, этот адаптер, оставлять ради снега. То есть ничего не нужно, никакие ни там шнеки, ни снегоуборщики. Вот сел, расчистил спокойно, с кофейком.
Нет, сидишь вперед-назад, вперед-назад, не спеша. Это ж не ходить и спиной, и руками не нажимать на мотоблок. Даже какие-то противовесы вешать. Все равно это через руки все. А тут... А, единственный нюанс такой. Здесь надо ленивца поставить. Обязательно. Я куплю его. На следующей неделе поставлю. Обязательно. Потому что одной рукой в перчатках скользит руль. А за ленивца взял и крутишь. И, скорее всего, нужно сделать здесь подлокотники. А может, дугу сделаю, не знаю. Я доволен вообще и отвалом, и адаптером. Наконец-то хоть что-то попробовал сделать. И навеска, кстати, играет, ну, отлично. Она сейчас зажата, да, когда опущена, она вот прям копирует весь рельеф. Я нигде не задел ничего. Там травку выдернул кое-где. А так, ну, классно. И вот цепи эти не нужны. С трехточкой. Это точно. Ну, пока что. Пока что мои выводы такие, что цепь это не нужна. Типа упоры. Как-то так. Попытался почистить снег. Ну, снег, конечно, никакой, его нету. Но вон две горы нагреб. Вот этим вот аппаратом, который якобы не поедет и якобы не будет ничего делать. То есть я подсмотрел, почему вешают люди сзади, что все равно ехать надо, ну, медленно. Когда толкаешь, то есть задней, второй, первой передачи задней хватает, ну вот этой, которая включается в первое положение, хватает с головой, чтобы все это дело протолкнуть. А вперед, когда тебе, ну вот я, допустим, в ту сторону снег оттолкнул, тут метров 50, и мне, чтобы оттуда доехать сюда, мне надо быстро, ну то есть задним ходом я буду очень медленно ехать. А так я сел третью, просто рычажок. Тут у меня третья воткнута постоянно. Вот этим рычагом только пользуешься. Назад, вперед. Ну и сами вот видите, сейчас я не очень удобно снимать и работать. Сейчас я пройдусь вот здесь вот, покажу, какая там гора. Ну то есть вот колесо, оно 70 сантиметров высотой, 75. Вот 75 сантиметров нагреб горки. И ничего не буксовало. Я за три прохода вот это вот расстояние прошел. Лебедка работает. А даже по звуку слышно, когда она, ну, опустилась полностью, когда поднялась. И получается, что как плавающий режим. Вот эта цепка походу не надо. Цепочка, которую я делал. Ну, бессмысленно. Только если что-то планировать. Ну и то, как бы. Не знаю, вопрос. Ну, то есть он не буксовал. Вот везде след без пробуксовок. Ну, чтобы это тем писателям, которые сейчас начнут писать, что все буксует, все плохо. Вот. Везде следы. Нигде не буксанул ни разу. Я блокировки не включил. Я просто тут три раза проехал. Вот эти кусочки я даже подчищать не буду. Ну, потому что оттепель на улице. Нету смысла. Ну, вот так вот задний отвал. Единственный минус. Сейчас расскажу, какой минус.
Ветер, наверное, был плохо слышно. Единственный минус, здесь надо делать какие-то подлокотники, чтобы опираться можно было с той и с той стороны по ходу. Не знаю точно, но надо почистить побольше. Я три раза почистил. Три раза попробовал. Сейчас поеду еще куда-нибудь, что-нибудь почищу. Покажу, если что-то интересное будет. Короче, выводы такие. Продавать я ничего не буду. Понравилось мне чистить, я очень рад. Просто доволен, как слон. Вот это лучше, чем вот это. Это однозначно. То есть я даже не вспотел. Просто едешь аккуратно, не торопясь, и снег чистит. Ничего не буксует, не скользит. Походу, генератор тот, который я ставил, небольшой, он по чуть-чуть подзаряжает аккумулятор. Потому что лебедка не заикнулась ни разу, что ей все, мало тока. Ну, вот такой небольшой ролик. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Мирного неба над головой. Всем удачи, пока.